Так, ребят, всем добрый день. Мы сейчас находимся в гостях у Юрия и Валеры в больнице на Харьковском шоссе 121. Привезли постельное белье, подушку. Юра, расскажите, пожалуйста, как вы, что вам нужно сейчас, вот в первую очередь? Ну, спортивные брюки, операции, хотя бы один раз. Это будет, насчет этого переговора ведутся, сейчас будут делать. Из вещей, вот вещи первой необходимости, что нужно? А я знаю. Что на ногу можно продумать? Спортивные штаны. Футболки. 48 размер, да? Олимпийки. Эти футболки хоть с кармана. Футболочки, так. Олимпийки. Ну и там, наверное, трусы такое, да? Да, это тоже ему надо. Все, понял, это понял. Это 48 размера. Так, да, Валера, и вам вот еще вы говорили, что вам нужно в первую очередь? В первую очередь нужно связь мне с интернетом. У меня вот такая вот древность. Тяжело работать, у меня вся связь идет через интернет. Я понял. С друзьями, звонков вообще-то мало бывает, в основном через это. Спортивные штаны, нужны футболки с рукавом. А размер какой у вас? 52-й. 52-й, все, 48-й и 52-й, понял. Да. Ну что, больше спортивные штаны, чтобы вот это закрывать, я их так подгинаю под себя. И ногам, как говорится, теплее. Два раза уже пробовал на улицу выезжать. Думаю, сейчас чуть-чуть теплее буду выезжать свежим воздухом. Понял. Потому что здесь воздух давит. Понял. Это больница. Да, Юра, еще раз, что вам нужно в первую очередь? Вот кроме одежды, есть какие-то потребности? Если там еды привезти, например, в гости заехать, что предпочитаете? Нет, хоть хотелось бы, конечно, телефона. Хоть бы радио включить. А, и за всеми вакуумными наушничками, что ли, микрофоном. Чтобы ты, например, Игорь, чем я там подводит-то? А я просто кнопку нажал, ты говорю. Включи бы приемник себе такой. Я понял. Ну, крадут просто, видите, тяжело просто. Не, ну, такие это мы, я выезжал, а он же не видит. Я выезжал, а он не видит. Я бы такие отношения на себе. Но слуховой прием. Все, понял. И микрофоном такие. Да, да, будем думать. Вакуумные такие, наушники вакуумные, у меня такие же детали. Да, ребят, мы сейчас в гостях находимся у Юры и у Валерия в больнице в Киеве на Харьковском шоссе 121. Валера, что вам нужно в первую очередь сейчас? Ну, то, что я говорил, штаны спортивные, для связи что-нибудь, чтобы интернет, можно было выходить нормально в интернет. И просьба очень большая, футболки с длинным рукавом, олимпийки, такое вот. Люди, не нужно, друзья, новое не нужно, душное, потому что оно все равно, оно снашивается, оно в нормальном состоянии, оно носится. Не обязательно новое, не нужно. Все, Валера, запустим, наберем, привезем. Потому что нам лекарства еще бывают нужны, а покупать не нужно. Все, понял. Спасибо большое, Валера. Ребят. Спасибо.